малый, средний, большой, и это еще не все. Порода делится на 5 разновидностей, от карлика до почти гиганта, что является максимально допустимым размером. Как видите, определение «гигант» весьма условно. Так дотошно поделить 5 разновидностей на длине в 30 сантиметров могли только немцы. Но огромное обаяние этих собачек не имеет ничего общего с холодной тевтонской рассудочностью. Немецкий шпиц. Семья немецких шпицев очень велика и образовалась в результате значительных перегруппировок породы в Международной кинологической федерации. Некогда крупные шпицы принадлежали ко второй группе подружейных или спортивных собак, а шпицы помельче входили в девятую группу декоративных. Согласно последней классификации Международной кинологической федерации, шпицы относятся к пятой группе, включающей всех собак типа шпицев. Но что означает этот тип? А означает он так называемых лисообразных собак, которых объединяют следующие характеристики. Длинная шерсть, закрученный кверху хвост, компактное туловище, широкий лоб и заостренный нос, что отдаленно напоминает лису, и уши торчком. Изображения древних собак этого типа встречались в Европе, Центральной и Южной Азии, на Мадагаскаре, в Египте и Китае. Например, чау-чау – китайская собака с очень древними корнями. Тот же итальянский шпиц, равно как и северный самоед. Причина развития однотипных собак в отдаленных, не связанных между собой уголках планеты, видимо, состоит в их близком родстве с волком, вездесущим хищником и прямым предком Canis familiaris palustris, который и породил европейских шпицев. Собаки типа шпица, как внешне, так и характером, похожи на волка. У них очень развито чувство стаи. Группа шпицев любого размера, возраста, пола и цвета непременно собьется в стаю и выберет себе одну собаку на роль вожака. Это означает, что шпиц не особенно поддается дрессировке, а человек никогда и не стремился изменить нрав шпица. Должно быть потому, что и без того считал его совершенством. Немецкий писатель Манфред Кибер включил в свою книгу рассказы о животных милую историю о бедном корзинщике, что живет на берегу Цюрихского озера со своим вольф-шпицем. Героя посещают воспоминания о том, как в первобытные времена он жил в таком же месте и с такой же собакой. Единственная разница – собака была покрупнее и шерсть пожестче. Это фантазия, однако изображения похожих собак встречаются на греческих вазах, изготовленных в 400 году до нашей эры, и на мозаиках в Помпеях. Сегодня заводчики немецких шпицев среднего, малого и карликового ориентируются на создание декоративных собак с красивой шерстью и забавным нравом. Они полностью достигли этой цели. Маленькие шпицы просто очаровательны и полсекундочки не посидят спокойно. У более крупных шпицев, большого и вольф-шпица, культивируются качества сторожевых собак. Они спокойнее малых, нрав у них веселый, но сдержанный. Большой шпиц, по-немецки «гросс-шпиц», нынче не слишком распространен даже в Германии. Гораздо популярнее уже упомянутый вольф-шпиц, которому по праву принадлежит определение «гигантский», если продолжить ряд – карликовый, малый, средний, большой. Но едва ли уместно называть гигантом собаку, чей рост в холке не превышает 55 сантиметров.
Таким образом, самый крупный из немецких шпицев прозван «Вольфшпицем» или «Волчьим шпицем» за цвет шерсти. А голландцы именуют его «Кейсхунд» и клянутся, что никакой он не немец. Эта собака и впрямь появилась на свет в Нидерландах. Первое упоминание о голландском кейсхонде восходит к 17 веку. На многих рисунках эти собаки изображены с хозяевами на улицах и даже в церкви. Спустя столетия в Голландии возникли две оппозиционные партии – консервативная или партия ронистов от их главы Вильгельма Оранского и патриоты, которые приветствовали французскую революцию. У каждой партии был свой политический символ. У оранистов мопс – любимая собака Вильгельма Оранского, а у патриотов – кейсхунд, названный так в честь их главы Вильгельма Кейса. Он стал их знаменем, недаром патриотов в народе называли кейзы, сокращенно от кейсхунды. Во времена Наполеона принц Оранский вернулся в Голландию из ссылки и был провозглашен нидерландским королем. Видимо, кейсхунд в те времена был непопулярен, тогда как его сородича Вольфшпица успешно разводили в Германии, которая и считается родиной шпицев. Кейсхунд всегда был сторожевой собакой и часто нес охранение на судах, бороздивших Рейн. За это и получил прозвище «Dutch Barge Dog», то есть голландская собака, охраняющая баржи. Его преданность судну не уступала верности хозяину. Пес ни за что бы не покинул судно без хозяйского приказа. В начале 20 века преданность и добросовестность шпицев поразили полковника Дигби, английского кинолога, который взял с собой на родину пару шпицев. Но разводить их начали в Англии лишь несколько лет спустя, когда своих собак выставили леди Уинфилд Дигби, хозяйка Ван Зандама, и леди Алиса Геттекер, хозяйка Гельдера. Английские кейсхонды дебютировали на выставке в Бирмингеме в 1923 году. Через три года был основан клуб, и англичане продолжили разведение преимущественно декоративной породы. А в Германии вольфшпицы по-прежнему считались сторожевыми. Деловым качеством отдавалось предпочтение перед внешним обликом. В 1932 году голландский клуб Kennel решил разделить породу на две части. Голландские кейсхонды и немецкие шпицы. Но этот эксперимент потерпел полнейший крах. Наблюдались большие потери с обеих сторон. Лишь после войны порода вновь стала единой. Несмотря на все это, шпицев до сих пор можно отличить по их происхождению. У англичан и голландцев шерсть длиннее и мягче, череп более округлый. Они похожи на маленьких комнатных шпицев. Немецкие вольфшпицы строже и не напоминают мягкие игрушки. Они явно ближе к сторожевым собакам. И характер у них более твердый. Они даже могут укусить, если незнакомец без спросу войдет в дом или тронет машину хозяина. Сегодня заводчики вольфшпицев называют кейсхондами только английских и голландских шпицев, как будто это две разные породы. Но порода одна и та же, и стандарт один. К пятнистым комнатным малюткам предъявляют точно такие же требования. Едва ли можно уподобить друг другу эти две головки. А стандарт учитывает все особенности. Он составлен слишком общо и дает большой простор фантазии заводчика. Разумеется, это лишь вредит породе. Возможно, Международной кинологической федерации стоит задуматься о разделении густонаселенной породы. Пусть они все остаются в пятой группе, но разграничить сторожевых и комнатных шпицев необходимо, чтобы избежать путаницы и недоразумений. Что касается вольфшпицев и кейсхондов, тут дело ясно. Это одна порода. Быть может, целесообразно провести скрещивание и вывести красивого, пушистого шпица с отменными сторожевыми качествами.
При выборе между двумя видами, пожалуй, следует отдать предпочтение немцу. Во-первых, потому что в собаководстве польза всегда важнее эстетики. Во-вторых, потому что первенство в разведении все-таки надо признать за Германией, поэтому она вправе диктовать стандартные требования. Это касается только стран, входящих в Международную кинологическую федерацию. В Штатах и Канаде, например, шпицы называются голландскими кейсхондами. Американцы считают немецкими шпицами только Миттеля и Кляйна, то есть средних и малых собак. Их признали некоторые ассоциации кинологов, но только не главное – клуб «Кеннел». А карликового или померанского шпица признают все собачьи клубы. Он приобрел огромную популярность благодаря шерсти, которая не имеет аналогов среди других пород. Как мы уже говорили, стандарт для немецкого шпица аналогичен для всех пяти разновидностей. Во-первых, тело должно быть покрыто превосходной шерстью на густом плотном подшерстке. Вокруг шеи непременно присутствует воротник, похожий на львиную гриву. Голова, напоминающая лисью, средних размеров. Лоб широкий, плавно сужающийся к носу. Длина носа умеренная. Морда не слишком широкая, она пропорциональна размерам черепа и ширине лба. Глаза у шпицы умные, пытливые, непременно темные и слегка раскосые. Уши маленькие, острые, посаженные близко друг к другу. У них треугольная форма и жесткий кончик, потому что они всегда стоят торчком. Кончик носа округлый, маленький, желательно, чтобы он был слегка вздернут. Шея средней длины. Спиной хребет должен быть как можно короче и абсолютно прямой, от холки до хвоста. Не очень длинный хвост перпендикулярен хребту и закручивается вперед. Он либо лежит справа или слева в форме самого настоящего кольца, либо стоит на спине дыбом. Лапы умеренной длины в соответствии с размерами туловища. Они должны быть строго вертикальными. Стопы не слишком изогнуты. Стопа, как правило, небольшая, округлая, с кривыми пальцами, наподобие кошачьей лапы. Шерсть на морде, над ушами и на лапах короткая и густая, а на всем теле длинная. Особенность шерсти шпица состоит в том, что она гладкая и мягкая, и никогда не спутывается, не образует залысин и не кудрявится. На спине шерсть не разделяется на проборы и мягким пухом обволакивает тело. Рассмотрим размеры и окрас согласно разновидности. Высота вольфшпица от 45 до 55 см холки. Максимально допустим рост до 60 см. Главное, чтобы остальные размеры были пропорциональны. Единственно допустимый окрас – серый с черными подпалинами. На груди, брюхе и хвосте шерсть более светлая. Большой шпиц может иметь высоту от 40 до 50 см. Допустимые цвета – белый, черный и коричневый. Высота среднего шпица колеблется от 30 до 38 см. В этой группе допустимы все цвета. Миттели делятся на белых, коричневых или черных, оранжевых, серых и прочих. Высота малого шпица от 23 до 29 сантиметров в холке. У него те же разновидности окраса, что и у среднего. В прочие расцветки входят также пестрые, очень распространенные в Америке и почти неизвестные в Европе. Высота карликового шпица колеблется от 18 до 22 сантиметров. Допустим, любой окрас, но на выставках их оценивают всех вместе. Во многих европейских странах судьи предпочитают классический оранжевый окрас. На других континентах, и особенно в Штатах, больше ценятся необычные цвета.
Две определяющие черты характера роднят всех немецких шпицев: безудержная веселость и жизнерадостность. Как уже было сказано, большие шпицы посолиднее маленьких, которым бы только резвиться. Средних, малых и карликовых шпицев объединяют резвость, подвижность. Они то носятся, как угорелые, то ходят на задних лапках. Им необходимо приблизиться к хозяину, заглянуть в глаза и многое ему объяснить. Шпиц способен на разные цирковые номера, причем не только на публике, но и в узком кругу. Иногда никто его этому и не учил. Все трюки придумал он сам и выполнил безукоризненно, желая чего-то добиться от хозяина. Вот маленькие шпицы исполняют пируэты, привлекая к себе внимание. И уж если хозяйка посмотрела и рассмеялась, им и вовсе удержу нет. На самом деле забавные выходки шпицев свидетельствуют об их уме, не только о живости, но и о творческих способностях, изобретательности. Сделать пируэт, чтобы тебя покормили или приласкали, обычное дело, но собака идет гораздо дальше. Этот симпатичный кобелек не хочет возвращаться в конуру, но ему приказали, и он не смеет ослушаться, поэтому он избрал оригинальный способ спускаться по лестнице и тянет время. Изобретательность такой маленькой собачки одновременно поражает и умиляет. Это главное достоинство шпицев, гораздо важнее внешнего вида. Но чтобы постичь глубину собачьего ума, необходимо постоянное общение. Недостаточно читать книги и смотреть фотографии. Вот почему мелкие шпицы, менее привлекательные с виду, чем другие длинношерстные породы, еще не оценены по достоинству. Нередко заводчики отдают предпочтение более популярным породам. Разумеется, мальтийские болонки совершенно неотразимы в своих манто, доходящих до самой земли. Немецкие шпицы уступают им, потому пока отбивали такого количества поклонников. Но если им удалось покорить сердце человека, это уже навсегда. Тот, кто купил себе шпица любого размера, безоглядно влюбляется в эту собаку и никогда не поменяет ее на другую породу. Маленьких шпицев обожают даже кошки и часто водят с ними дружбу. С большими у них, конечно, нет такого взаимопонимания. А ведь по характеру карлик и вольф-шпиц почти не отличаются. То же обаяние, тот же острый ум, то же обращение с хозяином. Правда, вольф-шпиц находит другие способы самовыражения. Он слишком велик, чтобы ходить на задних лапах. Не обижайся, Адам, в исполнении пируэтов тебе далеко до мелких шпицев. Обратная сторона медали. Острый ум и типичная для всех шпицев независимость порождают немалые трудности в дрессировке. Так или иначе, шпиц всегда найдет способ настоять на своем. Вольф-шпицы на вид более покладисты, чем карлики. Но это не так, хотя многие считают, что упрямство обратно пропорционально росту. Как правило, комнатные собаки более избалованы, обласканы и довольны жизнью. Как любой хитрый и умный пес, они умеют пользоваться тем, что им дано. В итоге чаще они отдают приказы хозяину: «Выведи меня, покорми, приласкай». И хозяин, уже не говоря о хозяйке, повинуется. Что и говорить, такое поведение недостойно вожака стаи, а собаки больше уважают хозяев, которые наряду с нежностью умеют проявить твердость. Такому хозяину всякий шпиц подчинится, от мала до велика. В противном случае корень зла не в своеволии собаки, а в чрезмерной снисходительности хозяина. Щенки шпицев кажутся игрушечными.
И когда они поворачивают к вам свою лисью мордочку. И когда вышагивают, как на параде. Даже если внушить себе, что это настоящая собака, все равно щенок выглядит странно, особенно его окрас. Но есть способ выяснить, каким он будет впоследствии. Поглядите за ушами. Вот он, будущий оранжевый цвет этого щенка. Примерно в 5 месяцев маленькие шпицы выглядят настоящими уродцами. В это время они меняют густую короткую шерстку на свое длинное роскошное манто. Что делать? Смена не проходит безболезненно для внешнего вида. Обычно для хозяина даже не очень смышленная собака все равно красивее всех на свете. Но даже ослепленный любовью хозяин не сможет применить эту формулу к 5-месячному шпицу. Некоторые даже пугаются, думая, что щенка поразила неизлечимая кожная болезнь. Но он совершенно здоров, что видно по его неизменной веселости. А внешность – дело наживное. Месяц небольшим поживет у вас маленькое симпатичное облезлое существо. А потом из уродливой куколки вылупится прекрасная бабочка. Следуйте его примеру, не придавайте значения. Щенок совершенно не страдает от своей мутации. Даже видя, что его друзья-мальтийцы не теряют своей красоты, он все равно не испытывает комплексов. Кстати, среди шпицев этот феномен особенно заметен у мелких. Первая линька вольф-шпица не столь драматична, хотя и у него шерсть оставляет желать лучшего. Напомним, что шерсть шпицев будет меняться еще не раз, к счастью, не так радикально во взрослом состоянии. Вот девочка вольф-шпиц 4 месяцев. А это она же, вглядитесь, только в 11 месяцев. Но метаморфозы еще не закончились. Шерсть собаки в 20 месяцев гораздо гуще и пушистее. Это та же собака в 2,5 года. Только теперь шерсть ее приобрела окончательную плотность, длину и окрас. Черно-белые фотографии показывают интенсивность цвета в переходный период от 2 до 3 лет. А вот и последние фотографии. Этой собаке 15 лет. Если у других пород к старости шерсть начинает вылезать, то у шпицев она становится еще гуще. Они на склоне лет исключительно красивые. И не только красивые. Средняя продолжительность жизни у них достаточно велика, 15 лет как минимум. И до последнего мгновения шпиц активен, весел, подвижен, как щенок. Какого бы роста он ни был, шпиц – это особенная собака, единственная в своем роде. Его жизнерадостность бесподобна и невероятно заразительна. Шпиц – это своего рода охранная грамота против скуки и одиночества.